это столик для чистки рыбы. Знакомимся с лагерем. Шатер, столовая. Принимаем пищу, смотрим телевидение, когда оно работает. Заряжаем девайсы, гаджеты. Тут банька. В баньке можно постираться, можно попариться. Есть все необходимое для этого. Фуршетный столик, дровишки, мангал, посидеть у костерка, приготовить пищу в казане. Это кухня. В кухне хранятся продукты и приготавливается пища. Газовая плита. Набор продуктов. Это палатка хозяйственного назначения. Сюда мы складываем все лишнее. Это непосредственно палатки для проживания. Столик, надувные матрасики, две кровати, коврик на пол. Все заслано картоном для того, чтобы было тепло и удобно.